Ну что ж, как вы помните, мы закончили на том, что мы проходили Повелителя Пламени. И сейчас мы будем, скорее всего, бежать к руинам Портаан. Посмотрим, что здесь есть. Мне будет интересно. Надеюсь, вам тоже. Так, на всякий случай отодвину карту. Погляжу, нет ли здесь чего-нибудь еще интересного. Точнее, отодвинуть карту я могу только вот так. Итак, Повелители Пламени. Повелители Пламени. Нет, больше заданий по Повелителям Пламени у нас нету. Это последнее задание. Повелители Пламени, руины Портаан. Это у меня система еще не обследована. Возможно, здесь есть какие-то аномалии. Мы проверим. Ну, а пока что будем просто с вами, дорогие мои, летать, смотреть на то, что нам уже дают. Итак, аномалия, найденная аномалия. Давайте сразу по ней прыгнем. Хрен с ним, с ресурсами. Это я добуду уже без вашего внимания. Так что не волнуйтесь. На поверхности планеты обнаружены портаанские артефакты. Район с артефактами защищен мощным энергетическим барьером. Сканирование выявило наличие приглушенных шумов механизмов и скрытых автоматических охранных систем. Тянь-тянь-тянь-тянь-тянь. Короче говоря, ничего приятного. Будем надеяться, что там действительно все... кого я обманываю, там действительно все будет хреново. Но надеюсь, что меня высадят на нашем молоте. И тогда все будет чуть поприятнее и попроще. Что ж, берем, как всегда, морду и грюнта. Информация о грюнте и все дела. Ой, я немножко не то сделал, простите, пожалуйста. Да, подтвердить выбор, конечно же. Ура, нас высадили на молоте. А это значит, что задание будет реально приятным. Красиво. Мне уже нравится. Kinetic barrier detected. Kinetic barrier strength beyond conventional weapon capability. Recommend disabling power sources. Я уж понял, что тут куча роботов, которые захотят меня убить, скорее всего. Ага. То есть даже вот так вот, да? Блин, у меня не хватает. Нет, не хватает все-таки силёнок. Ну, хотя я знаю, ладно, сейчас заберусь туда. Я догадываюсь, что есть более простой способ туда забраться, но... Вы же знаете, я тот еще извращенец. Так, ну окей, давайте разберемся с дронами сначала. По крайней мере... С теми дронами, которые на меня тут налезли. Нулевой элемент. Не зря лазил. Kinetic barrier strength reduced. О. Барьер уменьшился. Отлично, замечательно. Ну, от дронов просто уклоняться. Как вы заметили. Поэтому я не думаю, что у меня возникли сильно большие проблемы с ними. Дроны это не гетто, которые стреляют. Ну, то есть нет, это понятно, что это как бы тоже часть геттов, но... Немного не такая, как вы могли бы подумать. Естественно, на каждом таком отрезке нас будет ждать гетто, то есть это, ну, логично.
типа, хочешь ресурсы, борись за ресурсы. Это как бы само собой разумеется. Я бы сделал, наверное, так же. Потом показали, что там есть полезная штученция. Сейчас мы ее попробуем забрать. Да. Сначала, мол, попробуй барьер пробей, а потом уже лезь куда-нибудь. Ага, ну можно было его так залезть. А, да, все-таки был более простой способ, но... Вы же знаете, я люблю искать трудности на свою жопу. Музыка, кстати, сейчас чем-то напоминает музыку из портала, когда сменилось время на ранние года, типа где-то 60-е. Там вот что-то подобное было в музыке. Замечательно, добываем ресурсы. Здесь нулевой элемент. Естественно, перед тем, как добыть все ресы, мы должны будем зачистить всю область. Ну и заодно добыть все ресурсы, которые мне нужны, важны и так далее. Иного смысла я не вижу. Это, по-моему, они выше меня стреляют, нет? Так, добываем последние ресурсы. Убиваем, я так понимаю. Kinetic barrier strength reduced. Kinetic barrier deactivated. Path is clear. Путь свободен, говоришь? Ну, давай поглядим. Ага. Вон оно что. Я понял. Вышли из молота, и давай пробуем дойти до портеанских руин. Ты еще что такое? Ходят тут всякие. Так, я надеюсь, это не док. Место впечатляет, но наш главный враг — время. Даже несмотря на то, что мы наняли на охрану раскопок головорезов и синих светил, нам едва хватило времени, чтобы воздвигнуть щит перед прибытием гетов. Они явились всего через несколько часов. Как они смогли узнать о наших планах чуть ли не раньше нас? Неужели они читают мои мысли? Мне надо узнать, как они все это делают. Я прошу доктора Алоэ помочь мне любыми доступными способами. Какой-то странный звук. Очень странный звук. Скорее всего, это артефакт, и он мне очень не нравится. Dr. Aloy must have been indoctrinated by the Reapers. I found him sending our data to a Geth ship. I won't be responsible for another Geth attack, another Eden Prime. I've silenced Aloy forever. Ну, если он считал, что это так, значит, того стоило. Хороший человек. Ну, точнее, не человек, он же вроде как батарианец. Ладно. I'll take it. Теоретического удара, круто. It's too late for me. They're still in my head, stealing my thoughts. I can't keep them out. I've got no choice but to destroy this relic and myself. Оу. Чувак, зачем так плохо-то? Так, а взлом компьютера. Полагаю, это. Как-то так. Оу.
Да это же реликвия хранения. Если помните, в первой части была такая штука, которая позволяла добывать данные. Ну, то есть, точнее, сохранять данные, и мы могли видеть прошлое. Доктор К еще никогда не понял мои сделки с коллекционерами. Он одержим протеанами и отдаст все, чтобы рассказать их тайны. Я чуть не подложил... не поплатился жизнью, но зато спас тебя, Хелен. Чтобы ты была в безопасности, чтобы ты могла продолжить работу в колонии. Чертовы коллекционеры согласились пощадить колонию в обмен на руины протеан. Могу лишь надеяться, что тебя не коснулись эти грязные дела. Все это ради тебя, доктор Роберт Аллоэ. Ага. Ну, как-то не очень, в общем, им повезло. И нет, он не был батарианином. Ну вот, Шепард опять накосячил. Найдена исследовательская станция доктора Кайша. Обнаружен протеанский артефакт. Получены очки опыта. Сила биотического удара. Биотическая, ага, на 20%. Получен кредиты, нулевой элемент и, в общем-то, выход. Короче говоря, Шепард как всегда косячит. Кстати, непонятно почему. При прошлом... ну, при нашествии прошлого артефакта еще в первой части игры, такого же типа, мы начали вспоминать прошлое. Здесь почему-то такого не произошло. Не знаю, с чем это связано, ну да ладно. Commander, you've received a new message at your private terminal. Я уж понял. Итак, историческое открытие. Выброс энергии, который совпал по времени с полученными вами артефакта протеан, содержал зашифрованную информацию. Большая ее часть не может быть расшифрована нами, однако то, что удалось понять, открывает новые возможности по изучению биотики и преобразования энергии. Нашими учеными хватит работы на несколько лет. Результаты сканирования показывают, что в настоящее время объект инертен и не представляет опасности. Нам, тем не менее, хочется понять, не узнал ли доктор Кайша об этой реликвии чего-нибудь такого, что может раскрыть ее новые секреты, и мы продолжим разыскивать куски этой мозаики. Ваша находка — благо для всего человечества. Спасибо, Шепард. Как-то так, да. Кстати, давайте усилим себе щиты, пока у нас есть такая возможность. И надеемся, что этого нам хватит. Прототипы, по-моему, да? Нет, хрен там. Улучшение оружия? Нет. Улучшение брони, видимо, все-таки. Ну да. Отлично. А сразу улучшить вторую нельзя? Ага, продолжительность действия биотики нужно сделать. Замечательно. А еще чего-нибудь? Нет, больше нельзя. Ну, все равно это плюс в любом случае. Получен групповой бонус биотического урона плюс 20%. Ну что ж, давайте направимся к ретранслятору и посмотрим, нет ли у нас здесь чего-нибудь нового и интересного. Итак, куда же ты нас занесешь, дорогой мой ретранслятор? А помочь Джейкобу забирать Талли, помочь Джек защитить контрабандный товар, отправиться на Цитадели и помочь Гарусу, отправиться на Тучанку, помочь Грюнту, помочь Мордину. Я, честно говоря, даже не знаю. Но есть еще спаси доктора Кэнсона. Но там нам надо в задании прийти одному. А, что ж, давайте отправимся на Цитадель. И нам нужно будет обязательно взять Цитадели Гаруса с собой. Как говорится, без вариантов.
Ну что ж, мы прилетели, мы находимся на цитадели и надеемся на то, что здесь все будет хорошо. Но насколько хорошо, мы, собственно, сейчас и узнаем. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что будет все хорошо. Гаруса, в принципе, возьмем, раз ему нужна помощь. Ну и, я думаю, возьмем старого друга Грюнта. Хрен с ним, с мордой. Он нам здесь не очень нужен. Так, энергетический удар наносит серьезный урон щитам и врагам-синтетикам. Глушающий выстрел. Ну да, тут как бы либо-либо. Здесь мы все равно не прокачаем, поэтому сделаем вот так. Урон синтетикам, продолжительность и продолжительность перегрева. Ну, отлично. У нас 0 очков, у него тоже. Замечательно. I've found references to a forger named Fade in CSEC crime report, Shepard. Perhaps that is a good place to start looking. Возможно. This recruit is a 20-kilo ferrous slug. Feel the weight! Every 5 seconds, the main gun of an Everest-class dreadnought accelerates 1 to 1.3% of light speed. It impacts with the force of a 38-kiloton bomb. That is 3 times the yield of the city buster dropped on Hiroshima back on Earth. That means Sir Isaac Newton is the deadliest son of a bitch in space. Now, Serviceman Burnside, what is Newton's first law? Sir, an object in motion stays in motion, sir. No credit for partial answers, maggot! Sir, unless acted on by an outside force, sir. Damn straight! I dare to assume you ignorant jackasses know that space is empty. Once you fire this hunk of metal, it keeps going till it hits something. That can be a ship, or the planet behind that ship. It might go off into deep space and hit somebody else in 10,000 years. If you pull the trigger on this, you are ruining someone's day, somewhere and sometime. That is why you check your damn targets. That is why you wait for the computer to give you a damn firing solution. That is why, Serviceman Chung, we do not eyeball it. This is a weapon of mass destruction. You are not a cowboy shooting from the hip. Sir, yes, sir. This recruit is a 20-kilo ferrous slug. Feel the weight. Every 5 seconds, the... I'm sorry, but I can't let you board the shuttle with that. But this is a ceremonial item of my people. Sir, it's a 15-centimeter serrated blade. You humans are all racist. Can I help you, ma'am? It's been a couple years since I passed through here. Security seems to have tightened a bit. After the Geth attack, there was a review of security protocol. A few minor changes were made to reduce the risk of Geth infiltration. We apologize for the inconvenience. You think a Geth would stand out? Assumptions are dangerous. Be alert, be safe. Thanks for your time. Next! Ну да. Ладно, сейчас нас все равно будет сканировать. Нет, нет, не будет. Удивительно даже. Yes. I'm trying to find a local forger. He goes by the name of Fade. Yeah, I know him. The alias, anyway. He's been a thorn in the network division side for the last year. He works with the Blue Suns. Where can we find him? If I knew that, he'd be in a cell. Best I can do is put you on the trail. There's a warehouse in the marketplace. Some of Fade's contacts work out of there. Go ask them some questions. Gently, of course. Why haven't you been able to catch him? Whoever he is, he's damn good at avoiding CSEC. I think someone on the inside's feeding him information. Either that, or he's got access to our databases and comm channels. I don't know which is worse. But you're outside CSEC. Maybe you can nail his ass. I should be going. You need anything else, let me know. А, обязательно. Так, я посмотрю сейчас, нет ли что-нибудь. I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel. А такие есть. Да, хочу купить. Да, хочу купить Властелина. Я купил себе черного Властелина. Ладно, поехали дальше. Будем надеяться, что мы найдем что-то интересное. По идее, здесь теперь подаются новые штучки, которые мы можем купить. Это очень круто. Так, еще вот здесь магазин есть, по-моему, и больше вроде бы здесь магазинов нету. Правда, и здесь ничего внутри нету. Ну ладно. For 10 credits, we offer data protection for any game we sell.
If the copy protection ever malfunctions, you can download a new copy free. Вон оно как. Так, ладно. Новости галактики можно послушать. Здесь... Это сволота. Ну, помните ее. Там вроде только туалет, по-моему, да? Больше же там вроде нет ничего. Здесь бармен. Танцпол. И туалет. Насколько мне не изменяет память, конечно. И в туалете стоит один турианец. Да, можно спокойно выходить назад и бежать куда-то туда. Так. Чё-то здесь пока ничего интересного нету. Видимо... Think there's any place on board we could buy a fish? They don't like live animals on the Citadel. Wasted life support capacity. Ну да, есть такое. Ладно, давайте посмотрим. Здесь тоже ничего нету. This is the best place for food on Zakara Ward. You heard wrong. This is the best place for food on the whole damn. Так. Не, все равно найду что-нибудь интересное здесь. Нам в любом случае нужно спуститься в док. И поспрашивать, что, как, к чему и почему. И я думаю, что это не будет такой сложной задачей. Так, ты мне что-нибудь... Ну да. This what passes for food out here. My tastes run more along the lines of edible. Looks like worms. Dead ones. This a human thing. I'll pass. I'll eat almost anything, but I stress almost. You ever had ramen? It's a delicacy back on Earth. Да, слушай, это... This looks like the... I just got a refund and exchange, and I was told to pick up... Should we go in? Да, думаю, стоит проверить, только... I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel. Перед Good этим... day, citizen. Welcome to the Certifim. I'm just browsing. Come back soon, Перед этим нужно будет посмотреть полностью все магазины, ну потому что мало ли здесь привезли какой-то товар, которого у меня, допустим, нету. Пожалуйста, урон технических умений. У меня его не было на 40 тысяч. Повреждение от технических умений. Так что это важно. Вот по этой причине я и обследую магазины. Ну, кстати, возможно... Look, it took me a long time to get this refund. It's a Cision Omnigel converter. Fade? You're not quite how I imagined you. Looks... can be deceiving. So, which one of you wants to disappear? I'd rather see you make someone reappear. Ah, that's not the service we provide. Make an exception. Just this once. Damn it! Quick! Shoot them! Shoot them, you lumbering mountains! Why don't you two find somewhere else to skulk? Just like that? You're not getting paid for this. What's the point of hiring protection if they won't protect you? We're looking for someone. A client of yours. Not mine. I'm not Fade. I just work for him. Sort of. I knew it. Well, then maybe you'd like to tell us where to find him. Yes, of course. He's in the factory district. Works out of the old prefab foundry. I know the place. Oh, he's got a lot of mercs there. Blue Suns. Harkin thinks they're protecting him.
Harkin. What do the Blue Suns have to do with this? Could they use his services to help their people infiltrate businesses and various organizations here on the Citadel? Bastard. He's using CSEC to help those scum. No. Well, not really. He got fired from CSEC a while ago. But he still knows the systems. Interesting. But it changes nothing. We still need to find him before we can get to Sedonis. Well, let's go pay Harkin a visit. We'll need to go to the transit station. I can get us to him from there. So I can go? Sure, but if we don't find Harkin, we'll be back for you. Oh, good. Ну да, мы обязательно за ним вернемся. Ну, если не найдем, конечно. Так. Ладно. До перевалочной станции, говорите. Знаете, а почему бы это не сделать уже в следующей серии? Cast.